Друзья мои, я вас приветствую на своем канале, горжусь. Это Hiace, K-Car, это Nissan Days. Но вот E-Power, максималочка, 4000 пробег, 4 ВД, рестайл, 1,5 миллиона рублей. Но вот такой автомобиль, я больше чем уверен, что здесь, во Владивостоке, мы его никогда не найдем. Друзья мои, я вас приветствую на своем канале. Значит, к нам пришло очень много автомобилей, пришли машины на продажу, также пришли машины для наших клиентов. Сегодня я вам сделаю такой мини-краткий обзорчик по ценам, что у нас с ценами. Итак, вот этим автомобилем, знаете, я прям горжусь. Это Hiace, это 18 год, 3 месяц, новый мотор. Дизель 2.8, пробег 80 тысяч, оценка 4 балла. По стоимости он обошелся 2 миллиона 80 тысяч рублей. Примерно стоимость небольшой, плюс-минус. Почему небольшой? Потому что нужно окончательно досчитать, окончательно просчитать. Вот, в общем, все прибавить. Цен таких, ну, таких цен здесь просто нет. Итак, 4 балла, кузовщина вся целая. У него практически новая летняя резина на литье. Задний привод — это новый мотор, новый 2.8, 5 дверей, шикарное состояние Hiace и шикарное состояние салона именно для такого, для рабочего автомобиля. То есть салон не намытый, его никто не намывал, автомобиль в таком состоянии пришел с Японии. Представляете, что здесь можно перевести? Ну, вот так примерно посмотрите. Такие машины везутся на юрлицо, соответственно, они везутся с кнопкой ГЛОНАСС. Не везутся с кнопкой ГЛОНАСС, а кнопка ГЛОНАСС на них здесь устанавливается. Лавка эта складывается с форточками. Оп, пробег 80 тысяч. Антиюз, система безопасности, все есть. Ну, такие, наверное, автомобили в рекламе не нуждаются. Места здесь очень-очень много. Пробег 80 тысяч, 3 километра. Аукционник надо искать на него. Камера заднего вида, она дублируется, проецируется в зеркало заднего вида. Вот такой вот шикарный Hiace. Знаете, я такую машину и рабочий это назвать не могу. Полетел. Следующий автомобиль — это Honda Fit, 19 год, F-ка комплектация, климат, круиз, пробег 67 тысяч, подогрев зоны дворников, система безопасности, 4 балла, 67 тысяч пробег, GK4 кузов. GK4 кузов — это автомобиль 4 ВД. По стоимости 970-990 тысяч, вот в каком-то в этом диапазоне. Еще один, такой же год, тоже 4 ВД. Тоже 4 балла, то есть какой-то один 970, второй 990. Они оба на зимней резине, оба F-ки. Пожалуйста, номер кузова. Четыре балла, GK4, 69 тысяч пробег на автомобиле. Колпаки лежат в салоне. Самый наипопулярнейший хэтчбэк. Дальше хочу вам показать K-Car, это Nissan Days. 19 год, 4,5 балла, пробег сейчас посмотрим. Должен быть минимальный. Сонары, штатное литье, резина лето. Этот автомобиль под заказ. Ориентировочная стоимость 600,
690 тысяч рублей. Новый Дейс. Здесь уже идет салон другого плана. Подстаканник, дверная карта пластик, есть небольшая тканевая вставка. Посмотрите, какая дверь широкая. Удобная посадка, переднее сиденье, так называемый диван, диваном шильда, номер кузова. То есть там такие, которые не верят. Пробег 40 тысяч. Здесь все на климате. Измененный здесь салон. Есть столик. Вот здесь как под кожу сделано, но это не кожа. Обалденный автомобиль. Обалденный кейкар, кейкар. А места очень много в таком кейкаре. Камера проецируется в зеркало. Все шикарно. Автомобиль привезен на заказ. Автомобили, которые приходят на заказ, отправляем транспортной компании. Вы сами выбираете название транспортной компании, да, как отправлять. Либо это будет ЖД, либо это будет автовоз. Друзья, здесь вы решаете все сами. Мы только вам можем порекомендовать. За этим автомобилем приедут. Но вот e-Power, их несколько штук, 3 или 4, на продажу стоимость 940-960 тысяч. Скоро подойдет медалист. Все автомобили бальные, все машины 4 балла. Зимняя резина, сонары, повторители, бесключевой доступ. Машины не мытые. Четыре балла, 59 тысяч пробег. Интересный автомобиль на самом деле в техническом плане. Рядом стоит Fit, это уже максималочка, GL-ка. 19-й год, такой яркий, насыщенный цвет. Сейчас удивитесь по пробегу состояния. Не состояние, а удивитесь в пробеге. 3,5 балла он. Царапка есть на пороге. Автомобили, которые на продажу при реальном интересе, естественно, дам более подробный отчет по каждому автомобилю. Итак, пробег у этого малыша 9464 километра по стоимости, 1 070 000 он по стоимости. Полный руль, ну это GL, что про GL-ку рассказывать. 9477. Складываю. Вариатор 1.3.
Так, вот здесь оно что-то спряталось. Как вы думаете, что с этим автомобилем? Друзья, да он просто новый. 20-й год, максимальная комплектация. Это дестайлинг. Максималочка. $1,820,000. 4000 пробег. 4,5. Настоящий родной аукционный лист. Два USB, подсветка. Круговой обзор. Напоминаю, круговой обзор пошел в рестайле. До этого у них кругового обзора не было и не было USB-шек. А USB-шка — это очень-очень полезная функция. Симпатичный такой автомобиль. Городской кроссовер. 1,820,000. Еще один ноут стоит по стоимости. Я их озвучил примерную стоимость. Резина лето, без литья. E-Power это стоит. Четыре балла, пробег 81 тысяча. Везель 4WD. 4WD RU, 2 кузов. Привезен для клиента. Ребят, 4WD рестайл. 1,5 миллиона рублей. Даже чуть меньше он обошелся. Пришел на зиме. Полный руль. Соника нет. Он идет 3,5 балла, не знаю, видно вам, не видно. 49 тысяч пробег, кузовщина вся целая. Студентам в институте, они все мечтают на телек, они сразу хотят в программу «Время» внести вместо Андреева. Тоже обалденное состояние автомобиля. Огромная магнитола. Логотип Первого канала. Они говорят, ну это тоже. Я говорю, фиг там плавал. Говорю, зачем вам вообще по деньги? Да, конечно. Зачем вам телевизор, когда есть YouTube? А на YouTube же надо все делать, продакшн. При покупке автомобиля обязательно запрашивается перевод аукционного листа. Тем более, если автомобиль идет 4WD. И здесь видите состояние автомобиля 4WD. Казалось бы, да, автомобиль 3,5 балла. Бывает 3,5 балла лучше, чем 4,5 балла. Но вот такой автомобиль, я больше чем уверен, то что здесь в Владивостоке мы его никогда не найдем. Ну, по крайней мере, это будет, я не знаю, из ряда вон что-то. Сейчас вы все поймете, ребят. Итак, это Fit 20-й год. Он будет стоить где-то 1,240–1,250. Автомобиль на продажу. Серый цвет. Сейчас потомлю немного. Потомлю сначала. Резина лето. Новая летняя резина. Идеальное состояние кузова.
идеальнейшая. Сзади сонары, камера заднего вида. Проходит. Идеальное состояние багажного отделения. Стоимость запоминаете? Вон он, сюрприз лежит. Сейчас покажу. Сейчас дойдем. Ну, как вам? Кнопка старт, все системы безопасности, адаптивный круиз, сиденья двухцветные. Ну вот, не знаю, откуда это здесь взялось. Это будет меняться, здесь будет стоять огромная магнитола. Так, ладно, заводим. Вот так он заводится, вот так все загорается. Пробег 5395 километров. Оценка 6 баллов. Представляете, 6 баллов оценка. Почему я говорю идеально? Потому что это состояние нового автомобиля. 6 баллов оценка. Где вы такие видели оценки? Да и я. Вот если честно, кстати, здесь еще больше, чем полбака японского бензина. За все время работы, то, что я работаю, Ни одного автомобиля я не видел с оценкой 6 баллов. Не знаю, что это такое. Шикарное, крутое состояние автомобиля. Так, ну что, сильно углубляться не будем в автомобиле. Сделал сегодня такой мини-краткий обзорчик, что пришло, по каким ценам. Вот, продолжение будет обязательно. Машин много, есть что для вас показать. На сегодня все. Всем хорошего настроения. Всем пока.